Уже совсем скоро жителям местечка Авдотина за медицинской помощью в город ехать не придется. На улице Революционной открывается филиал второй поликлиники. Медслужба будет располагаться на первом этаже одного из многоквартирных домов. Здесь мы его взяли в аренду, отремонтировали уже, израсходовано на ремонт здесь 1 300 000 рублей. Сделано все в короткие сроки. Помещение было отремонтировано за 1,5 месяца. Сейчас идет процедура лицензирования. Для Иванова это первый подобный опыт, когда в микрорайоне в связи с увеличением численности населения появляется филиал больницы. В перспективе мы рассматриваем вопросы по микрорайону Московский и по новому микрорайону Рождественский. И я думаю, что это позволит улучшить медицинское обслуживание населения нашего города. Филиал предназначен для обслуживания порядка 9 тысяч человек. Будет организовано 5 терапевтических участков. Учреждение включает палаты дневного пребывания, кабинет приема анализов, ЭКГ, кабинеты врачей-терапевтов. Кадры не новые, они будут взяты из второй поликлиники, то есть переведены. Они, по сути дела, обслуживают этот район, район Авдотина, район Отрадное. А так как район Авдотина постоянно расстраивается, то есть это перспективный район, и люди, чтобы более качественно получать помощь, они здесь вот для этого сделаны поликлиники. Пациентам, которым потребуется помощь врачей-специалистов, все-таки придется ехать в город. К примеру, хирург и офтальмолог в филиале не предусмотрены. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.